Сегодня 31 мая, и я показываю, как у нас растут молодые приросты на пихте. Вот самая большая, хорошо видны. Они, вот она как елочка новогодняя. Хорошо видны молодые приросты, вот они такие пушистые, зелененькие. Вот такая красота. Теперь смотрим на вторую. А вторая у нас маленькая. Совсем маленькая, но приросты появились, и даже верхушечка, значит, она пойдет в рост. Ну и третья вообще сказочная. Вот она такая красивая. Здесь смотрим, как классическая, так у нее форма елочки. Здесь приросты есть везде, со всех сторон, и на верхушечке она будет продолжать расти в высоту. Вот такие у нас пихты 31 мая 2021 года. Друзья, сегодня у нас 6 февраля, и давайте посмотрим, как выглядят наши пихты сегодня среди зимы. Вот прошел только сейчас снежок, заходим к пихтам в гости. Вот эта пихта, та, которая у нас была пушистая, самая большая, вот ее так присыпал снежок. Так она вот выглядит, как новогодняя елка. Здесь ветви, на лапах снег лежит. Вот так она присыпана. Но держит снежок, никуда снег не денется, свалится с этих веток, они отпружинят. Будет все выглядеть замечательно. Теперь смотрим, переходим на маленькую. Маленькая наша пихточка. Она немножко подросла, но здесь опять же она у нас под снежной шубой выглядит. Вот такая вот снежная елочка. И последняя пихта, третья, которая у нас была самая пушистая, и сейчас она тоже выглядит точно так же неплохо. Вся ровненькая, симметричная. Вот здесь она под снежной шапкой, нижние веточки у нас присыпала снегом, но также все выглядит здесь красиво. Вот наша третья пихта. Вот ее верхушка. Вот такая вот красота. Сегодня 6 февраля.